Всем привет, ребята! С вами снова я, Алин Рин, и сегодня у меня для вас есть две очень важные новости. Новость номер один. Ребята, меня наконец-то разбанили в World of Tanks. Аллилуйя! Аллилуйя! Ура, ура, ура! Я очень рада. Значит, как дело обстояло? Wargaming провел детальную проверку, результатом которой было выявлено, что никаких читов я так и не использовала. Ребята, я вам об этом говорила. Единственная игра, в которой я использовала читы, это Sims, когда я себе начисляла бесконечно монетки, чтобы там строить дома, какие-то машины покупать и так далее. Под первым же своим танковым видео я выложу все реплеи, которые у меня сохранились, по которым я делала видосы, чтобы вы сами могли посмотреть и убедиться, что никаких читов у меня не было, потому что под каждым видосом вы мне пишете «Читерша! Это не так, и сами посмотрите и увидите, что это не так. Новость номер два. Я решила начать больше и больше и больше уделять внимание развитию своего канала, выпуску видосиков, стримингу и так далее. Потому что мне хочется вас радовать, мне хочется выпускать для вас больше видео. И я хочу попытаться выпускать по 2, по 3, а может быть даже 4 видоса в неделю. Я буду очень стараться, но я боюсь, что я могу не справиться, потому что для этого нужно реально очень много сил и терпения со всеми этими волнами хейта бороться. Поэтому мне действительно, ребят, будет нужна ваша поддержка. И на днях уже появится новый видосик по Overwatch, нарезочка, где я офигенно ворвалась на Генджи. Ну, Overwatch, Overwatch, но я хочу, ребята, чтобы вы мне сказали свое мнение. Какие игры вы хотите видеть у меня на канале? Танки, хорроры, гонки и так далее. Короче, пишите свои реквесты, реквестируйте в комментариях. Я буду очень рада прочитать и подогнать контент под вас. Ну а теперь, ребята, я сделаю то, о чем просит каждая девушка в интернете. На этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И пока-пока. Маттане.